Открытие сельской врачебной амбулатории стало подарком к празднику и для жителей села Подстёпное Западно-Казахстанской области. Еще в 3 населенных пункта в последние дни впервые поступил газ, так что праздник сельчане встречают в хорошем настроении. В селе Подстёпное проживает свыше 10 тысяч сельчан, но здесь не было современного медицинского учреждения. Местные врачи ютились в старом здании из 5 комнат. Проблема решилась благодаря программе «Саламатта Казахстан». На 138 миллионов тенге, выделенных из республиканского бюджета, в Подстёпном построили амбулаторию. Медицинской амбулатории своей не было. И сегодня, накануне, вот я говорю, повторюсь, этого праздника, у нас на душе большая радость. В этом амбулатории рассчитано у нас развернут прием 4 врачей общей практики, кабинет хирурга, кабинет акушер-гинеколога, физкабинет. Необходимую квалифицированную помощь населению полностью будет получать на месте. Раз в неделю здесь будут вести прием узкие специалисты – педиатр, невропатолог, окулист и эндокринолог. Кстати, в районе полностью решена проблема с нехваткой медицинских кадров. За последние 2 года сюда по программе с дипломом в село приехали 10 молодых врачей. Еще 3 ждут в ближайшее время. А в селах Аксовым и Шагатай провели газ в дома. Эта программа была на 2 года, но газ пришел в течение нескольких месяцев. Воду нам провели, вот газ провели. Я думаю, будет на селе жизнь еще лучше. На следующий год у нас в плане стоит 3 населенных пункта. Это Анката, Кандык и Ерсары. Но и на 15-16 год составлено, разработано технико-экономическое обоснование по всем остальным населенным пунктам для подключения голубому топливу. На сегодняшний день процент подключения населенных пунктов к голубому топливу составляет 50%. Благодаря поручению главы государства о строительстве магистрального газопровода Карачаган-Акуральск газ пришел в села, расположенные на левобережье реки Урал. Сегодня голубым топливом пользуются жители 26 сел Теректинского района. Остальные планируются газифицировать в ближайшие 2-3 года. Асель Русалиева, Булат Жарылгасов, Западно-Казахстанская область.